две семерки и две девятки. В серийном номере у банкноты 1000 тенге, который лежит на байковой поверхности 29 апреля. Причем они расположились достаточно интересно. 7-9 и в конце серийного номера 9-7, да? И тут была бы такая замечательная шестизначная зеркальная цифра, если бы вместо тройки была четверка, или вместо четверки была бы тройка, тогда была бы шестизначная цифра 7-9-4-4-9-7, либо 7-9-3-3-9-7. Ну, банкнота упсанула в этом плане. Семерка. Число успеха. Энергетика успеха не получает усиление у этой банкноты, потому что семерки разобщились слишком сильно. Девятка. Число духовности. Энергетика духовности тоже не получает усиление у этой банкноты, потому что девятки разобщились.